Литовская пара Агния Ditkovskite и Повилас Ванагас, а мюзикл называется «Sweeney Todd». Я тоже поумничаю, как Повилас перед началом номера, герой которого он изображает на танцполе, парикмахер, так что в руках у него был не нож, а опасная бритва, отчего он не стал более дружелюбным, что ли, по отношению к Агнии. Но герой мюзикла там всех зарезал. Он не просто парикмахер, он сумасшедший парикмахер. А как считается у нас, у артистов, сыграть пьяного и сыграть сумасшедшего – это самая сложная задача. Мне кажется, Повилас с нею справился просто блистательно.